Главе Международного валютного фонда Доминику Страскану официально предъявлены обвинения в сексуальных домогательствах и попытке изнасилования. Страскан был задержан полицией Нью-Йорка в субботу вечером в международном аэропорту имени Джона Кеннеди. Политик уже находился в салоне первого класса самолета компании Air France, который через несколько минут должен был вылететь в Париж. По данным 32-летней горничной отеля «Софитель», а именно там останавливался директор-распорядитель МВФ, Страскан пытался изнасиловать ее в своем номере. Горничной удалось вырваться и вызвать полицию. Когда стражи порядка прибыли на место, высокопоставленный постоялец уже покинул отель. Сама горничная, как сообщается, была доставлена в городскую больницу, врачи которой засвидетельствовали на ее теле незначительные травмы. В последние недели Страскан не раз попадал под прицел СМИ, которые подсчитали стоимость его недвижимости в Париже и за рубежом, а также указали, у какого портного он шьет себе костюмы и какой имеет автомобиль. Между тем, до сих пор Страскан считался наиболее сильным соперником нынешнего президента Франции Николя Саркози на предстоящих в 2012 году выборах.